В Доме молодежи поселка Горки-2 состоялась информационная встреча для пожилых жителей. Ее главная цель – профилактика мошеннических действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Полицейские рассказали, как вести себя, если неизвестный в телефонном разговоре представляется сотрудником ведомственных структур, банка или же родственником, попавшим в беду. Прежде всего, посоветовали перезванивать в учреждение, откуда якобы совершен звонок, чтобы убедиться в правдивости информации.